Губернатор посетил ведущие сельхозпредприятия района, а после по традиции провел встречу с активом. Участие в разговоре с жителями приняли вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств. По социально-экономическим показателям сегодня Красноармейский район относится к территории с уровнем развития ниже среднего, а в прошлом году опустился на 31-ю позицию среди всех муниципалитетов.